Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик максимального героя, которого я сейчас начал использовать, да, и думаю, многие из вас используют до сих пор. Это вот такой вот стрелок, собран на максималку, то есть максимальный деф, который может быть. СО стоит, огненка стоит, ну это зефир от отражалок, это так. Чисто для теста у нас плюс. Мы сейчас поставим сюда, наверное, ангела попробуем. Или давайте не ангела, давайте поставим другу. Он повеселее как-то. А, увеличивает атаку, еще дополнительно отражалку дает. Единственное, хила у нас не будет. А, плюс у нас такая вот сборка 7-7, Holy Conviction, Священный Суд. Ну, я не знаю, насчет этого героя тут вариации разные есть, потому что в основном сейчас стрелку многие из вас используют, и я в том числе на архидемона. Я жду архи потестить седьмых пиромагов, посмотреть, как они будут в реальности в действии. Ну, пока вот решил такую сборку, максимальный деф выжать и посмотреть, что же в итоге получится, как ее будут пробивать, не будут пробивать. В общем, поехали. А ну, как обычно, начинаем с подземочек. Не знаю, там давайте самую последнюю. Тут сейчас ее просто забомбят. Ну а дальше, как видите, ну, урон просто смешной. По герою пролетает. Больше отражалки срабатывают. Посмотрите, как они дамажат. Я не знаю, они даже и миссуют, хотя уклонения на героя особо-то нет. Ну, как видите, стан – это основная беда этого героя, то есть застанить можно, поэтому в данном случае надо что-то, если вы хотите там на какие-то PvP-локации, на фарм-локации, в принципе, более-менее нормально. Ну, то есть на подземках никто этого героя не использует, я вам просто показал деф, если туда же… Сейчас посмотрим, что там у меня есть еще по героям. Интересного кинуть ту же самую землеройку, да, на которой уклонение, то она намного быстрее, ну, вроде как бы проседает быстрее, еще отхил получает, но тут больше уклонения, то есть либо уклонение, либо деф, но уклонение с СО не особо сочетается, скажем так, поэтому тут и то хорошо, но вместе оно никак. Ну, точнее, уклонение и огненка не сочетаются. Окей, поехали в рейды. Как видите, стан. Вот больше всего стрелок боится стана. Плюс сейчас нас начнет долбить зефир, я надеюсь. Ну, Ронин, конечно же, будет выбивать фигню. В основном будет сливать нас. Давайте так. А, там, в принципе, вон должно быть видно. А, видно, видно хп стрелка. А, в основном, если посмотреть, будет сливать смотр процентуально. Ронин там пробивает вообще фигню. Ну, и бомбочки, которые дамажит процентуально. Давайте поставим все-таки ангела. Герой сегодня используется, в принципе, на PvP, а вот у меня на деф я его использую, довольно-таки неплохо забирает энергию, плюс станет. На PvP локациях, ну, такое себе. Как видите, вот 24-23. То есть не особо так сильно и дамаг проходит. Единственное, молчанка срабатывает. Ангел у нас, к сожалению, видите, не хилит под молчанкой. Ну, вот так вот. Довольно-таки неплохо деф держит, но универсальности никакой нет. Поэтому вариант для PvP-локаций, я не знаю. Я уже давно, раньше когда-то использовали, все бегали со стрелками, стрелок раньше был имба. Сейчас любой, в принципе, герой убирается на раз-два. Даже в такой сборке, вроде казалось бы, да, у нас максимальная стата, но посмотрите, просто при блочке огненка блокируется, то есть огненная защита, она не срабатывает.
И плюс, если вы поставите SO вариант, оно будет игнорироваться тем же самым зефиром и стрелком, хотшотом, дуэлянтом. Вот, поэтому такие урон, конечно, такой урон наносится. Ну вот видите, молчанка прошла, и все, сразу начался мега урон. Варианты собирать с уклонением, скажем так, собирать героя на уклон. У меня собран под архидемона. С уклонением, да, с уклонением будут миссы, будет сложно попасть, возможно, будет получше, но уклонение с огненкой не сочетается, вот поэтому я как бы не особо запарился, я хочу вот именно огненку для дефа, то есть мне такой вариант больше заходит, и в большинстве случаев, кстати, давайте посмотрим, что там у нас на битве гильдий делается. Вот видите, 70, 95, 97, 68, 58. То есть такой вариант очень-очень хорош. У меня все с огненкой, даже фоба. Многие пишут, он же так отражает, но отражалки много не бывает. Вот, поэтому даже фоба у меня с отражалкой на десятке. То есть я по максимуму повыставлял. Даже стрелка заточил, так как зефир, хоть какая-то помощь от зефира будет. Ну, как видите, блокировка, и бессмысленно его пробивают только так. Так, давайте попробуем на аренку забежим. То есть этого героя, если вы хотите собирать, то лучше, наверное, все-таки собирать на сегодня. Это чисто под архидемона, не более. Потому что в PvP локациях, конечно, смотря какой топ, если у вас там низкий топ и нету мега вау, то он будет, конечно, тащить. Этот герой больше для фарма, то есть на волны, вот реально я со стрелком просто на легкие волны попроходил. На угольные тоже неплохо заходит. Ну и деф мне вот понравился, стрелок в дефе, я его выставил, так как это еще дополнительный урон от орнитоптера и от всего. Единственный вариант, возможно, точность надо будет поставить, но у меня больше сейчас под архидемона сборка, появится на нем точность, попробуем. Ну так, конечно, он будет соло сейчас разгребать всех, здесь герои без эволюции. Ну плюсы то, что герой автопрокер, автоматический набор энергии и автосрабатывание скилла. Вот это самый большой плюс, плюс забирает энергию, плюс орнитоптеры станет, плюс имеет еще дополнительный деф, плюс понижает отхил. То есть очень много плюсов героя, поэтому он для многих, скажем так, очень-очень будет универсальным. Но в топах на сегодня он уже не настолько актуален, как это было раньше. Кстати, интересно будет против Огника запустить, попробовать. Так, там у нас Фрея. Ну, видите, даже не пробивает толком. Но Фрея там не особо. Интересно, кто кого. И смотрите, тащит. Огника ушатали. Вот так вот. Вот такие вот сюрпризы нам приносит этот герой. Так, ну попробуем против. Да, тут, конечно, топ у меня не особо. Но все равно, смотрите. Смотр заблокировал землеройку. Хотя должно было быть, наверное, наоборот. Кстати, появился хоть один. Я надеюсь, он по центру. Отлично. Вторые эволюции, 20-е прорывы. Смотрим. Ну, смотрите. Входящий урон, я не знаю, там не особо видно. Фига себе, смотрите, что стрелок мочит. Я не вижу, конечно, какой там, какое ХП. Тут, скорее всего, космо быстрее разбили. А, космо уже нету. Нифига себе. Так, что там у нас? Да, вот, наконец-то только убили. Ну, 30 секунд хоть продержались. Но тут, конечно, и Фрей, и все остальные. Но, видите, пробивают.
Плюс Огник сам по себе он снимает. Что же бафы? Давайте еще кого-то одного попробуем. Ну, для без доната варианты течения данного героя, в принципе, покажу в кратком обзоре. Я не забыл эту рубрику, будем дальше показывать вам героев, как быстро собирать, то есть мелкие видосы по таланту, потому. Но сейчас мы тестируем вот так вот. Ну, смотрите, вроде более-менее, но все равно Махатму пробивает на полкарты, без вариантов. Ну, по чуть-чуть все-таки сносят, то есть, хоть и есть... А, нет, отхил у нас пошел. Ну, это 30-й прорыв, там, мелкие, но все равно, посмотрите, какие герои. Так, окей, поехали на самое интересное. Убираем, ставим, мега дафный стрелок. То есть можно вариант поставить СО, но оно будет игнорироваться, но СО хорошо будет с уклонением. То есть такой вариант героя, в принципе, тоже возможен. Так, смотрим. Ну, тут нас, наверное, просто сейчас ушатают. Хотя, посмотрите, что делается. Нифига себе. Да ну нафиг. Жесть, половина просела. Ну, тут Зефир 30-й, посмотрите, он наполовину на... Вот ради чего и ставится огненка на героя, ради сливов. Ради того, чтобы герои просто тупо на отражалках сливались. Так, что тут у нас? Что тут у нас интересного? Я не увидел, кто там... Кто там у нас есть. Все-таки слили. Все-таки ушатали. Так, а ну-ка давайте попробуем вот против этого Зефира. 30-е тут вообще без вариантов. Но все равно посмотрите, как держится хорошо. Хоть каких-то 10 секунд выстоял. Ну, сейчас видите, вот самый-самый топовый на сегодня это Зефир. Он игнорирует бронь, поэтому вариант только ставить огненку. Хоть она и блокируется, но зато есть куча питомцев, куча героев, которые могут снять блочку. Вот так вот. Поэтому мега на мега-мега там особый деф рассчитывать не стоит, но все же это будет лучше, чем... На нем было СО, потому что, я же говорю, в топах это просто печально все. Прокачал СО, оно бесполезно. Один герой пробивает полностью всех. А так огненка отражает. Но, видите, не дают даже включиться, то есть без вариантов. Наверное, Рудольфик бы здесь намного лучше зашел. Но все равно, нифига себе, посмотрите, какой был обалденный отхил. Отхил от смотра на фул плюс ангелы, и мы еще держимся. Фоба там проседает. Блин, неплохо, только один орнитоптер, к сожалению, включился, но не убивают. Вот так вот. Ледяха. Осталось только Фрейю. Нифига себе. Вот это да. Вот вам фуловый дафный стрелок, но единственное, надо, чтобы он включался, а его будут блокировать, паралич проходит, то есть тут вы ничего не сделаете в данном случае, как бы вы ни старались. Но все равно неплохо, очень-очень даже неплохо себя показывает. Ну, на сегодня есть герои намного универсальные, намного лучше, которые имеют намного больше разных дефов, поэтому, не знаю, пишите в комментах, кто где использует, но я пока чисто для архи и для дефа. Больше вариантов в PvP локациях я его даже не беру, потому что в большинстве случаев не успевает включаться, даже в максимальном дефе.
То есть вариант, если хотите на PvP, тогда вы на архидемона. Ну, в принципе, можно уклонение на ролить и бегать с уклонением на архидемона. Там все равно будет пробиваться на максимум. Ну а так, поразвлекаться, потрешивать, конечно, когда включается, тогда без вопросов. Но на PvP-локациях вот этих нету 10 секунд, чтобы он набрал своих орнитоптеров. Там либо энергию заберут, либо заблокируют. Тут у нас просто герои без прорыва, поэтому мы так еще держимся хорошо. И ушатали. Ну а если в пачке, в принципе, варианты тоже есть, но все зависит от вашего топа. Какой у вас топ? В большинстве случаев в моем, допустим, топе он просто не выживает. Так, последний наш тест. Ну, видите, Зефир хоть и пробивает, но не так печально все. Зефир, Фрея. А тут еще Роза включилась. 10 секунд держится, по крайней мере. Это радует. В общем, такой вот, ребятушки, герой, не знаю. Для дефа, в принципе, очень-очень даже ничего. Для PvP-локации, ну, такой он на сегодня средний. Для фарма это топовый герой, который на сегодня реально очень многое может сделать. Кстати, многие задавались вопросом, будет ли он больше выпускать орнитоптеров, если поставить на него воодушку. Сейчас проверим с вами. Все-таки у героя кулдаун 2, 3. Вы видите, 4 бегает. Один пропадает со временем. 5 я не вижу. Ну, то есть один, получается, вылазит. Потом появляется следующий. 4. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.